Сколько это будет продолжаться? Что будет продолжаться, Омер? Как долго ты будешь такой? Ты вместо Асие справляешь траур по Ильясу? Асия моя самая близкая подруга. Когда меня нет дома, делай, что хочешь. Но не порть мне настроение с утра пораньше. Они оба так решили. Твое какое дело? Этот тип загробастал себе целое состояние. И Асия не знает забот. А с тобой что происходит? Омер, какой ты бесчувственный. Давай лучше займемся нашими отношениями. Такое впечатление, что у нас дома все гладко. Я постоянно вижу перед собой плачущую женщину. Мне не улыбаются, не разговаривают со мной, не уделяют внимания. Я бы на твоем месте расстраивался из-за собственного брака. Госпожа Хелин у себя? Госпожа Хелин уехала рано утром. Приехал водитель и забрал ее. Куда она поехала? Не сказала. Но она взяла с собой два чемодана. Думаю, что еще долгое время ее не будет здесь. Она оставила Мамета. Любимый, я уезжаю. Когда ты будешь читать эти строчки, я уже давно буду лететь в самолете навстречу своей судьбе. Пожалуйста, не пытайся найти меня. Я хочу, чтобы ты навсегда запомнил меня полной жизни. Я не хочу быть в твоих глазах увядшим, несчастным существом. Я знаю, что дала тебе слово. Но если есть последняя надежда излечиться, я должна попытать удачу. Я еду за границу делать эту операцию. Дело оставляю на вас. Не подведи меня. Я буду каждый день присылать тебе почту. И ты мне пиши, пожалуйста. Ни в коем случае не забывай, что это даст мне силы держаться за жизнь. И если случится так, что мы уже не увидимся, знай, что я всегда буду любить тебя, мой единственный. Уехала. Она решила делать операцию. Я знаю, братишка. Она позвонила мне утром.
Со мной тоже попрощалась перед отъездом. Ну что поделать? Мы выполнили все ее пожелания. Все, что было в наших силах. Мало того, мы сделали даже самое невозможное. Но это все-таки ее жизнь. Идем, братишка. Займемся нашими делами. Заодно немного развлечешься. Развеешься. Поехали. Я приехал, чтобы забрать тебя на совещание. Ясно? Не будем опаздывать. Мы больше ничего не сможем поделать для Хелин. Она решила пережить свою боль в одиночестве. Идем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Я пришла по записи на массаж. Конечно, госпожа. Я хочу делать массаж каждое утро в 10:30 на все время пребывания. Как скажете. И еще мне нужен уход за кожей. Непременно. У нас есть курсы по уходу за кожей и телом. А еще вы обязательно должны попробовать наши особые ванны. Хорошо. У меня много времени. Создайте меня заново. Я очень устала. Айча, что случилось? Милая, что с тобой? Идем. Идем, присядь. Что стряслось? Что? Наш ребенок. Я потеряла нашего ребенка. Случился выкидыш. Прости меня. Умоляю. Прости меня. Прошу. Это ваш ресторан? Да. Мы содержим его вместе с тетей Мариаман. Вам понравилась еда? Очень понравилась. Наша фирма хотела бы устраивать тут обеды. Давайте обсудим это. Хорошо, обсудим. Сколько вас будет человек? Группа из 20 человек. 20 человек. Выезжаем утром из Мудани и делаем привал в Тирелье. А на обед мы бы привозили группу сюда. Хорошо, ладно. Будете предупреждать меня за 2 часа, и я буду готовить заказ. Учитывая численность вашей группы, ресторан и так будет полностью заполнен. Да, конечно. Рыбы и салата достаточно? Пока дополнительного мы ничего не хотим. Хорошо, а на десерт мы можем угощать вас халвой. С кем это разговаривает Исия? Что? Что это за типы сидят рядом с ней? Клиенты. Попросили счет. Как странно. Это что еще за новости? Договорились. А почему Асия подсела к ним? Наверное, что-то спрашивают. Ладно, тогда по рукам. Предупредите заранее. Хорошо? До встречи. До встречи. До свидания. До свидания. Кто это, Сия? Твои друзья? Нет-нет, из турагентства. Их фирма хочет устраивать здесь обеды. Будет приезжать группа из 20 человек. Сказали, что начнутся следующей недели. Как замечательно. Для нас очень выгодны эти корпоративные обеды. Помнишь посудомоечную машину, что мы хотели? Мы даже ее сможем купить. Никаких возражений. Не придется мыть посуду. Да, это Аллах. Привет.
Встречи с Мехметом проходят дома у Салихи. К тому же сегодня не тот день. Я должна привести его завтра. Зачем ты пришел? Ну ладно, раз ты пришел, можешь повидаться с ним. Тетя, я иду домой. Асия. Мне нужно тебе кое-что объяснить. Давай поговорим. Ильяс, нам больше нечего объяснять друг другу. Как мы были чужие до знакомства, так и сейчас. Долго не засиживайся. Скоро тихий час. Она знает, что ты женился. Она услышала, бросила, растоптала, перешагнула и забыла. Она никак не отреагировала? Нет. А как ей реагировать? Она знала, что так будет. Я схожу к работникам. Поздравляю. Меня не с чем поздравлять, господин Джамшид. Брак был заключен ради бизнеса. Это фиктивный брак. Пусть никто не надеется понапрасну. Чтобы мечтать, ни у кого разрешения спрашивать не надо. Ты сейчас намекаешь на то, что взял в отношениях с Асие небольшую передышку, а потом вернешься и заберешь ее снова? Так получается. Даже и не думай. Послушай, Ильяс, Асия вычеркнула тебя. И ты иди своей дорогой, будь тактичен и никого не огорчай ради этого ребенка. Веди себя прилично. Не мучайте его больше. Он взрослеет и теперь все понимает. Он все видит. Ильяс, будь осторожен. Теперь пусть каждый живет своей жизнью. Понял? Ты все понял. Слышишь? Прилег. Прилег, прилег. Спасибо. Вытяни ноги. Спасибо. Я приготовлю тебе что-нибудь вкусное. Перекусишь, а потом отдохнешь. Я не хочу. Ты ешь, а я полежу немного. Нет, нет, так нельзя. На голодный желудок. Тебя рано выписали из больницы. Нужно было остаться на ночь. И какой в этом смысл? Я в порядке. И кровотечение прекратилось. Госпожа врач сказала, что я в порядке. Она сказала, что у нас еще будут дети. А она сказала, почему случился выкидыш? Конкретных причин не было. Такое бывает. Это происходит само собой. Тахир, не расстраивайся, пожалуйста. И меня не огорчай. Я и так очень потрясена. Закроем эту тему. Хелинчик, я тебя поздравляю, дочка. Но я солгу, сказав, что я не расстроена. Я бы тоже хотела быть рядом с вами в тот счастливый день. Но значит, так было нужно. Ну что поделать, дочка? Как дела? Как самочувствие? Мамочка, вы в курсе событий? Я уехала, чтобы пройти лечение. Позаботьтесь об Ильясе. Кстати,
Кстати, у меня есть для вас маленький подарочек. Я перечислила на ваш счет немного денег. Какая необходимость, дочка? О, боже мой. Хеленчик, ты меня очень смутила. Ну, кто так делает? Хелен, вы моя семья. Я не хочу, чтобы вы испытывали трудности. К тому же вы знаете Ильяса. Пока меня нет, этот скромник не поедет и не возьмет из компании денег. Нармин выходит замуж. У нее должно быть все. Она не должна нуждаться. Ну что ты, дочка, ну что ты, что ты? Ни в коем случае не расстраивайся. Большое спасибо, Хеленчик. Я бы сейчас хотела быть рядом с тобой. Как Илья смог тебя бросить одну? Не понимаю. Я этого захотела. Я не желаю, чтобы он видел меня такой. К тому же, кто будет заниматься делами? Я буду жить. Я выздоровею ради Ильяса. Вы молитесь за меня, ладно? Деточка, да пошлет тебе Аллах скорейшего выздоровления. Все мои молитвы о тебе, Хеленчик. Ну ладно, сообщи нам благие вести. Сообщи счастливые известия. Не держи нас в неведении. Хорошо, дочка? Созвонимся, деточка. Пока. Что происходит? Сибель, Хелен действительно особенная девушка. Насколько это преданный и верный человек. Позаботилась о нас в ее-то состоянии. Перечислила на наш счет деньги. Сказала, вы справляете свадьбу, вам нужны средства. Ни в чем себе не отказывайте. Да ты что, Нармин не примет ее денег? Помяни мое слово, она закатит скандал. Прекрати нести этот вздор. Какие теперь могут быть счеты? Что эти деньги Хелен, что Ильяса? Мы не будем говорить, Нармин, и дело с концом. Молчи. Хватит. Прекрати возмущаться и посмотри, сколько денег упало на счет. Нармин закатит скандал. И пускай закатывает. Когда она не закатывала этих скандалов? Ну, когда, скажи. Мама, на счету 100 тысяч лир. И это она называет немного? Только и всего. Нам еще собирать приданное. Мама, ты смеешься? На эти деньги мы соберем приданого 10. Запомни, ты ничего не скажешь, Нармин. Она не должна знать, что Хелен дала деньги. И Ильяс не должен знать. Молчи. Хорошо, мама. Не скажу. Тогда наймем мне теперь физиотерапевта. Наймем, дочка, наймем. Даже знаешь, что я придумала? Наймем водителя. Очень трудно просить и умолять то того, то другого свозить по всяким мелочам. Я еще наведу порядок в делах Тахира, вот посмотришь. Эта мастерская стала для нас обузой. От нее только грязь, шум и гам. Я отдам помещение в аренду кому-нибудь другому. Мы, по крайней мере, сможем на ежемесячный доход затыкать в доме дыры. Так будет лучше всего. Сдашь в аренду? Да. Мама, не смей. Даже не смей этого делать. Твое какое дело? Эта мастерская принадлежит мне. Я должна у вас спрашивать? У меня даже настроение поднялось. Ты видишь? Вставай, дочка, свари мне кофе. Попьем с тобой с удовольствием. Я? Ты? Ты теперь можешь ходить. Вставай, дочка, давай, давай. Живо, живо. Живо, живо, давай, вставай. Вставай, вставай. Ладно.
Да. Ну и ну. А я думаю, где Ильяс? А наш принц, оказывается, все еще спит. Ты знаешь, который час? 3:30. 3:30. Сколько можно спать? Ты не отвечаешь на звонки. Хелин постоянно названивает тебе. Беспокоится. Попросила приехать и проверить тебя. Умер, зачем она прислала тебя сюда? Могла бы спросить прислугу. Это любовь, дружище. Такова любовь. К тому же несчастная забыла о своих печалях и побеспокоилась о тебе. Потом она 100 раз звонила прислуге. Та пришла и проверила тебя. Между прочим, испугалась, что ты не встаешь. Попыталась тебя разбудить, но ты ни в какую. Она постеснялась растолкать тебя. Ты что, заболел, что ли? Нет-нет, я в норме. Я сейчас оденусь и приду. Старик, похоже, ты подхватил грипп. Это плохой кашель. Ну и что с того? Побежишь варить мне бульон? Выйди. Привет, подружка. Здравствуй. Привет, мой маленький. Как дела? Давай сумку. Держи. У меня рука отваливается. Он становится все тяжелее. Я не знаю, придет ли Ильяс. Он вчера заезжал в имение. Повидался с Мехметом, побыл с ним немного. Конечно, случилась стычка. Но я все равно решила соблюдать оговоренный график. Тише, сыночек, все хорошо. Постой, сейчас выясню у Омера. Спасибо. Алло? Алло, Омер? Спроси Ильяса, он приедет повидаться с Мехметом? Асия привезла его. Она не уверена, придет он или нет. Я только что разбудил господина. Как встанет, я привезу его к нам. Он все это время спал. Я забеспокоился и приехал проверить. А он себе лежит. Хелин уехала. Приходится мне с ним нянчиться. Ладно, до встречи. Ильяс только что встал. Они скоро приедут. Сладкий. Новая жена не дает ему покоя, не выпускает из кровати. Хелин уехала. Куда это уехала новая жена в брачный сезон, бросив мужа? Она уехала на следующий же день после свадьбы. Отправилась за границу на лечение. Возможно, что она больше не вернется. Ей будут делать очень рискованную операцию. Наши отговорили ее. Так как есть вероятность, что она не выживет. Если есть малейший шанс, то эта женщина приедет целая и невредимая. Вот увидишь. Нет-нет. Кажется, на этот раз она не вернется. Ребята очень волнуются. Асия, кажется, теперь Аллах услышал наши молитвы. Какой кошмар. Племяшка. Брат. Что? Можно тебя? Прошу. Сами видите, очень просторное и удобное помещение. И недалеко от проспекта. Вы не говорили про арендаторов? Какие арендаторы? Это наш личный бизнес. Если вы надумаете, я сдам помещение абсолютно пустым. Мы посмотрим еще пару мест. Я свяжусь с вами максимум через 2 дня. До свидания. До свидания. Мама Фатма. Что происходит? Вы слышали, сынок? Я сдам это помещение в аренду. Тахир, о чем это она? Ты слышал? Она сказала, что сдаст его в аренду. Глядя мне в глаза, сказала. Сказала, что сдает СТО. Сказала, отдам абсолютно пустым. Как не стыдно. Привет. Здравствуй. Давай. Спасибо. Дай его мне. Сынок. Ильяс, ты выглядишь очень больным. Прошу тебя, не прижимай сильно сына. Да, ты права. Я совершенно разбит. Ильяс, приляг. Мы померяем тебе температуру.
Давай его сюда. Я уложу малыша в спальне. Ты очень болен, так нельзя. Приляг на диван. Давай. Вытягивай ноги. Азия, держи. Держи вот так руку, не шевелись. Не успела я его уложить, как он тут же заснул. Конечно, у него режим. У него температура 39. Ее нужно срочно сбивать. Салиха, дадим ему что-нибудь жидкое в большом количестве. И сделай воду с уксусом. Сейчас. Ладно, мне нужно ехать в школу. Вечером идут уроки, нужно последить. Приеду рано. А вы позаботьтесь об Ильясе. Хорошо, удачи. Спасибо. Держи. Я сварю ему суп. Приготовь что-нибудь. Вот козел. Мало он напакостил. И все равно вокруг него вьются девушки. Салиха, я пошел. Давай. Ильяс, я положу ее тебе на лоб, но она немного холодная. Что такое, Али? Мама Фатма дома? Она наверху. Что-то случилось? Я здесь, Али. Что хотел, сынок? Мама Фатма. Ладно я, но с Тахиром разве ты неплохо поступаешь? Он много лет работал в одиночку, ни слова не говоря. Всех нас тянул. Он совсем не имеет права голоса. Я еще и перед вами должна отчитываться, Али. Я больше никого не могу тянуть на спине, сынок. У вас нет клиентов. И какое право голоса имеет Тахир на СТО? Вы разорили его, разорили. Результат налицо. Мама Фатма, так или иначе, но мы что-то зарабатывали. Мало или много, но на хлеб хватало. Хвала Аллаху. И вдруг, как гром среди ясного неба. Хорошо, но мне нет с этого никакого проку. Если я сдам СТО в аренду, я смогу получать хоть какую-то копейку. Да и пока дело еще не стоит выеденного яйца. Никто с места в карьер не мчался снимать его в аренду. Послушай, вы молодые, сильные ребята. Да, это Аллах. Вы благополучно найдете себе работу. Что не делается, все к лучшему. Навязались на мою голову. Что надо, дочка? Они еще не вернулись? Нет. Она отвезла Мимо к Ильясу. Надеюсь, ничего плохого не случилось. Они очень запаздывают. Позвони им, Риман. Позвоню, я сама беспокоюсь. Они сильно припозднились. Алло? Алло, Асия, дочка, как дела? Я тревожусь. Надеюсь, никаких проблем или неприятностей не стряслось? Нет, тетя, не переживай. Мы до сих пор у Салихи. Я собиралась выходить, но Ильяс сильно простудился. Я не смогла оставить его. Ухаживаю за ним. Если Ильяс болен, он может заразить мальчика. Если хочешь, мы приедем и заберем Мимо. Как бы он ни простудился. Это же заразно. Нет-нет, Мехмед в другой комнате. Он спит, не переживай. Илья с ним долго не сидел.
А ты поезжай домой, не жди меня. Ну хорошо, так и быть. Пока. Забрали бы мальчика. Я спросила, она отказалась. Снимать. Она знает, что делает. Она не пустит его к Ильясу, не переживай. Ну, а мне пора ехать. Исмаил отвезет меня, пока не поздно. Мне еще надо навести порядок. Ладно. Ладно, тогда до завтра. Так они приедут или решили остаться там? Я не знаю, господин Джамшид. Если жар сильный, может и останутся. Разве он не женат? Почему его не выхаживает его жена? Я не понимаю. Почему с ним сидит Асия, когда есть его жена? Господин Джамшид, Ильяс же сказал, что это фиктивный брак. Значит, ничего не изменилось. Он до сих пор живет как холостяк. Он так и будет обижать Асия. Все ясно. Господин Джамшид, даже мир не за один день создавался. Придется терпеливо подождать. Иного выхода нет. Чего мне ждать, тетя? Того, что ты ждешь. Я ничего не жду. Я не хочу, чтобы Асия и ее сын страдали. Тот, кто обидит их, будет иметь дело со мной. Жизнь Асии — это не игрушка. Мало она вынесла. Ну ладно. Ты забрал вещи? Температура не снижается. Бульон готов, я принесу. А потом снова дадим лекарства. Салиха, может нам вызвать врача? Температура очень высокая. Погоди, постой. Я сейчас позвоню Умеру. И проверю малыша. Надеюсь, он не заразился. Я тоже надеюсь. Асия. Да. Не бросай меня. Пожалуйста. Хорошо, хорошо. Я здесь. Добро пожаловать. Здравствуй. Что не так? Все еще расстроен из-за ребенка? Не грусти. Будет еще. Ты меня огорчаешь. Может, и хорошо, что так вышло. На какие деньги мы бы растили ребенка?
Мы остались без работы. Что ты сказал? Что случилось? Мама Фатма выставила нас за дверь. Она сдает из того. Она выместила свою злость на меня, на тебе. Вычеркнула из жизни нас обоих. Нашел, из-за чего расстраиваться. Им же хуже. Такого мастера, как ты, возьмут в любую мастерскую. Этого бы не случилось, если бы жив был мастер Салих. Они постепенно разрушают все, что он создал. Послушай, Тахир, не выводи меня из себя своими жалкими разговорами. Сколько раз говори тебе, что нам, кроме себя, не на кого надеяться. Ты видел, как живут сверстники? Жизнь и дом господина Умера. Пока ты будешь батрачить на других, заглядывать им в рот, тебя так и будут использовать. Если скажешь еще хоть слово, мы с тобой очень сильно поссоримся. Я обижу тебя. Закрой эту тему. Хорошо, закроем, закроем, конечно. А на правду? Закроем глаза, правда? Замолчи. Ты знаешь, что я права. Алло. Омер, что происходит? Где Ильяс? Он не отвечает на мои звонки. Господин простудился. Лежит у нас дома в полуобмороке. А Асия выхаживает его. Я вышел, чтобы привести врача. Я говорил тебе, что это плохая идея. Убедилась? Ты пропала с горизонта, и они снова вместе. Я же не ради удовольствия пропала. Думаешь, Ильяс поверил бы, проснись я как-то утром и сказав, ура, я излечилась. Я скажу, что мне сделали операцию. Я окончательно вылечилась в течение месяца, и тогда приеду. Срочно вези Ильяса ко мне домой. Если он останется у вас дома, эта девчонка не отлепится от него. Прекрати ради Аллаха. Мне больше делать нечего, как нянчиться с Асией Ильясом. Я сделал все возможное. Вы поженились. И больше ничего от меня не ждите. Я буду заниматься своей работой. У меня есть более важные дела и цели. Я не буду тратить свое время на этих людей. Я смотрю, ты моментально забыл о том, кто тебе дал эту работу. Немедленно выгони эту девчонку из своего дома. А потом найдешь способ навсегда лишить Ильяса надежды быть с ней. Выдашь ли ты ее замуж или что там еще, я не знаю. Ясно? Ясно, Хелин. Ясно. Да пошел твой Ильяс и ты, и твоя работа куда подальше. Будьте вы все прокляты. С меня довольно. Довольно. Добрый вечер. Прошу, проходите. Здравствуй. Асия? Джамшид? Я был в этих краях. Если собираешься домой, я отвезу тебя. Ты не найдешь ночью такси. Тут такое дело. Ильяс сильно простудился. Я не хотела навязывать его Салихе. Как бы мальчик не заразился, он быстро заболевает, ты знаешь. Нет-нет, Мехмед в другой комнате. Я как раз собиралась уходить, уже выходила. Приедет врач. Вам не отпала необходимость. Без проблем, поезжай, если нужно. Мы приглядим за ним. Я подожду в машине. Хорошо, я возьму Мехмеда и приду. Куда, Асия? Желаю скорейшего выздоровления. У Ильяса сильно поднялась температура. Я не могла оставить его. Мы уложили Мехмета в другой комнате. Да, все вышло кстати.
Им рискованно находиться в одной квартире. Хорошо, что я приехал. Тем более, что ты уже выходила. А тут я подвернулся. Ты ужинала? Нет. Вот и я тоже не ужинал. Готовить слишком поздно. Давай заедем куда-нибудь, поужинаем.